В день крещения в Минске верующие стоят к дарам волхвов. Эта святыня связана с рождением Христа. Дары восточных царей, которые волхвы принесли новорожденному младенцу. Золото, ладан и смирна. Все очень символично. Золото преподнесли как царю, ладан как богу и смирну как человеку смертному. Реликвию после Минска перевезут в Киев. Первыми же ее встретили в России. Минувший понедельник стал последним днем, когда можно было поклониться этой святыне в Москве. Священный ковчег впервые за всю историю пребывания на Афоне покинул пределы Греции. То ли этот факт, то ли утверждение афонских монахов о том, что дары исцеляют, привели к храму Христа Спасителя в Москве сотни тысяч верующих. Паломники готовы были стоять по 12 часов подряд. Вместе с ними долгие часы на морозе провел и наш корреспондент Владимир Самборский. Информация об очереди к храму Христа Спасителя словно сводки, одни только цифры. 5, 10, 15 тысяч человек. Особенно пугающим выглядит время стояния. 5, 10, 12 часов. Но тем не менее, людей даже это не пугает, они все время прибывают и прибывают. Становится просто любопытно, кто же они, почему они туда идут. На вопрос, почему здесь, большинство отвечает: жду чуда. Мы всерьез на чудеса не рассчитывали, а ждали холода, голода, толкотни и прочих бытовых неудобств в течение ближайших часов. Поэтому я, вопреки журналистской этике, шапку не снимал, даже работая в кадре. Конечно, идем издалека. И 3 километра по этой стороне, 3 километра по той будет идти. Первые попутчики Галина Ивановна и Мария Федоровна, буквально заливаясь слезами, жалуются на жизнь и полицию. Люди в форме не пускают их за ограждение. Женщины приехали на станцию Парк культуры. Оказалось, чтобы встать в очередь, нужно дойти до Фрунзенской. К слову, после нескольких атак возмущенные женщины все же отвоевывают у полицейских право пройти за ограждение в неположенном месте. Бойкие пенсионерки вскоре скрываются из виду. А мы видим первое из чудес – свободный трафик. По крайней мере, с этой точки состояние в очереди выглядит очень оптимистично. Средняя скорость движения, наверное, километров 5-6. В час. Люди идут достаточно бодро. И, в общем, не скажешь даже, что это очередь. Это напоминает соревнования по спортивной ходьбе. На бег никто не срывается, но паломники, не веря своему счастью, пустому тротуару идут на перегонки. Ой, если я хорошо себя чувствую, я бы каждый день ходила. Вот такое вот у меня желание. Каждый день ходила и кланялась, и поклонялась. Таких, как Галина, тех, кто уже не первый раз, здесь немало. Потому и торопятся, зная, нельзя терять ни секунды. Подходите согреться горячим чаем. Но желающих взять стаканчик почти не находится. Люди идут. На вопрос, куда, обижаются. Эта гонка продолжается минут 30, а потом все. То ли потому, что день последний, то ли потому, что пришли мы слишком рано. Нам, в общем-то, повезло. Большую часть пути, наверное, 2/3, практически до Красного Октября, мы прошли очень бодрым шагом. И вот только здесь, уже в последней трети, начинается плотная очередь. Первая остановка длится больше часа. Народ переводит дыхание, оглядывается, начинает знакомиться друг с другом и делиться опытом. Вот Людмила Владимировна объясняет. Она паломник со стажем. 2 года назад пояс Богородицы почти сутки выстояла. Когда прикладывались к поясу Пресвятой Богородицы, тоже здесь это смутно ходил. Какой-то вот рядом есть храм, где вроде бы тоже этот пояс уже давным-давно в Москве есть. Ну, я считаю, что это серьезно. Ту историю многие восприняли как личное оскорбление. 2 года назад, когда к храму Христа Спасителя, куда привезли пояс Богородицы, люди стояли в очередях по 20 часов. Журналисты поведали, в церкви пророка Илии в обыденном переулке прямо в центре Москвы частица пояса хранится на постоянной основе. Но тот, что привезли с греческого Афона, гораздо чудотворнее московской святыни. Вот я недавно ездил к гробу Господню, там тоже очень благодатно, но вот пояс, мне кажется, чуть-чуть благодатнее. В сегодняшней очереди разговоры все больше о благодатности даров. Слово о том, что же из себя представляет реликвия, многие вообще понятия не имеют. Но это и не важно. К чему библейские истории, когда есть такой шанс? Мощи это привозят 100 лет один раз, потому что... Вот. 100 лет. Уже 15-й. 500 лет. 500 лет, да, не привозили? 500 лет, да? С 15 века. А, вот видите, да. Георгий за своим шансом готов хоть на край света. Он, собственно, и приехал из близкого к нему Якутска. После долгих рассуждений о религии и силе веры все-таки признался. Взять отпуск и поехать в Москву поклониться святыне заставило вполне себе мирское неверие в государство и его социальную сферу. Я чисто здоровье, что у меня 2 инвалида на мне. Вот, 2 инвалида, чтобы по ней выздороветь. Подождите, куда вы там лезете? Видите, с одной стороны пропускают. Открывают, крикнул кто-то в толпе, и паломники пошли, вернее, побежали. Пропускают небольшими группами по 50-70 человек от кордона к кордону. Сверху это выглядит вот так, то есть вся группа к финишу прибудет одновременно. Тем не менее, люди пытаются обогнать друг друга. А куда бежим-то? Дамы.
перерывах между пробежками греемся в автобусе. Они стоят вдоль всего маршрута. Здесь же туалетные кабинки. Была и полевая кухня МЧС с кашей, но она осталась далеко позади. Там, где есть, еще не хотелось. Впрочем, о неудобствах никто не думает. Чем ближе к храму, тем быстрее бег. Люди в очереди теряют и голову, и вещи. Вот забытые вещи в очереди. Как можно было потерять шубу, я у Вани приложу. Девушки Катя и Вика делятся. У них это вторая попытка. Первая была накануне. Отстояв 12 часов, ушли ни с чем. Не выдержали давки и неорганизованности. На третьем кордоне нас соединили всех вместе. И нас где-то было 700 человек и один автобус. Дети маленькие на руках спали у людей. Пенсионеров просто топтали. Женщина споткнулась, упала, они просто бежали. Что такое давка, становится понятно позже, подойдя поближе к храму. А вот и наша цель – храм Христа Спасителя. В общем-то, до него мы добрались всего за 4 часа. Это при том, что большую часть маршрута преодолели, скажем так, без пробок. Таким образом, средняя скорость нашего движения составляет 500 метров в час. Переходим дорогу и снова останавливаемся. Люди нервничают, но виду не подают. Взрослые снова говорят о благодати, дети плачут. Двухлетняя Ксюша оказывается честнее мамы. Устала? Устала? Да. Да? Вы тоже устали, наверное? Да нет. Прошло полтора часа. В толпе заговорили о VIP-очереди. Такое уже было. 2 года назад во время паломничества к поясу Богородицы разгорелся скандал. Была информация, что состоятельные верующие проходили через отдельный вход. Даже патриарх Кирилл после об этом упоминал. Некоторые говорили, жалко, что я не сумел выстоять всей очереди. А тот, кто прошел по пропуску, сказал, я, наверное, не испытал того, что испытывали люди, которые в очереди стояли. Вот и сегодня паломники запереживали. Пока они мерзнут, кто-то проходит за чудесами в полном комфорте. И как мне объяснила соседка, которая рядом со мной стояла, женщина, к ней лично в метро подходил молодой человек и за 2000 рублей предлагал ее провести без всякой очереди. А потом организаторы сообщили, сделают все, чтобы движение пошло быстрее. 2 года назад очередь тоже ускоряли. Тогда ковчег с поясом Богородицы попросту повесили над землей, чтобы верующие возле него не задерживались, а побыстрее проходили под ним. Последние 300 метров самые сложные. Это позже мы подсчитали. Они растянулись на 3 часа. В этом месте уже никто не предлагает горячего чая, хотя именно здесь он нужен. Да и теплых автобусов очень не хватает. Зато весьма бойко идет взаимное безвозмездное одаривание по рекомендованной цене. В ассортименте иконки и крестики. Час, другой, третий, давка усиливается у последнего кордона. Очень вежливо, без мата, толпа едва не сносит рамки металлоискателей. В самом храме тесно, снова очередь, но чувствуется, финиш близок. Каждый шаг все быстрее. Последние 20 почти бегом. Сначала тебя предупреждают, что пора готовиться, а за 10 метров и вовсе говорят, начинай креститься, чтобы в назначенной точке закончить процедуру. Кто-то пытается задержаться, но их вежливо подталкивают к выходу. На улице паломники сбиваются в небольшие кучки, расходиться не торопятся. Как будто ждут еще какого-то чуда. Итак, мое паломничество продолжалось чуть меньше 8 часов. И выходя из храма Христа Спасителя, стало немного понятнее, почему люди это делают. Даже я, человек отнюдь не глубоко верующий, что-то почувствовал. Может быть, это Божья благодать, может быть, просто облегчение от того, что все осталось позади. А может, просто удовлетворение, что я смог это сделать. Владимир Самбурский, Анатолий Романов. Вместе Москва.